take a few pictures of them, right? Yes. Руководитель магазина. Да, раздаются автографы всем фанатам, без исключения. Помашите в камеру ручкой. Immer noch? Ja, immer. Und wohl gebraucht. Ja. Both. Beides Master.
Пойдемте в зал тогда, начнем там разбираться, да? Я с ним говорю, он все на английском. Я говорю только на немецком. Фотографируем, как это попадает на стену магазина. Не, а можно переместить на фон, на фон мультипауэр, форева. Алло. Ну, все вроде нормально, да. Если есть какие-то вопросы, конкретно задавайте, не стесняйтесь. Они здесь для этого, чтобы помочь увеличить ваши спортивные результаты своим опытом. Давай, ты писай, что продаем, мы банк не типал. When I did competitions, yes. I was training heavier and more intense. Yes. You know. Right now, I try still to train 5 times a week, 1 hour a day, and everything else you do is food. You know, training, you know, needs to be quick, intense, my opinion. You know, that's how you tear muscle apart. Then it comes down to feeding the muscle with the right nutrition. So obviously, it comes down to proper nutrition. Или надо привязать. Хорошо. Во время соревнования, конечно, он тренируется очень тяжело там, но сейчас минимум тренируется 5 раз в неделю, 1 час тренировка. Но очень важно это питание, потому что после такой тренировки надо правильно питаться, потому что питание, как, ну, вы знаете, значит, он просто сохраняет мышцы. So in the morning mostly, you know, I have like oatmeal, egg whites, you know, also with some egg yolk and eggs. The next meal is mostly chicken breast, vegetables and rice, you know, it's pretty standard. Then, you know, also I always recommend you eat some potatoes later in the afternoon, you know, for after workout. It's always good because starch goes really good in your system. Also, I'm always a trainer in the post-workout,
muscle effect after workout, then, or extreme athletic before, give you a good boost. And then he actually noticed too that the muscle effect is really good too during the workout. So but only after auto drinking during the workout. Он говорит, что нормально утром, конечно, там яйца, овощи, потом, значит, в течение дня курица, конечно, мясо курицы, вечером картошка, во время тренировки, конечно, muscle effect очень важно, после, во время тренировки, не только после, но во время тренировки тоже принимать muscle effect. Такой, не знаю, у вас есть, нет? А где он производитель? Multipower. Multipower. Да, да. Новая профессиональная серия у нас будет, пока находится в фазе сертификации здесь, но весну, я думаю, что уже в феврале она появится здесь. Значит, там будет совершенно новая линейка, это профессиональная серия, жёлтая такая серия. Немножко меняется тоже дизайн, но будет хороший продукт. Он уже продается в Германии, но мы сейчас должны сертифицировать здесь. По окончанию сертификации будет здесь тоже. To really focus on that and burn it out, and also break the muscle tissue down. I think if you do it right, you shouldn't have anything left after you train one muscle group intense. You should be done, and if you still have energy, you do some more. Он говорит тоже, что он только одну группу мышц тренируется в день. Говорит, что только одну группу мышц тренируется в день, так что говорит, что он верит в это и так работает просто. Если силы хватает, конечно, можно сделать еще какое-то упражнение, но он говорит, что достаточно одна группа мышц в день. Do you want to do something? Yeah, I mean, I train usually twice a day, so I have 4 to 5 meals, and every time, of course, every meal should have a certain amount of protein, which should be at least 30-40 grams. And then, of course, during the workouts, we really trust the BCAAs, muscle effect to. Ген говорит, что он тренируется 2 раза в день. Конечно, всегда принимает белок, протеин. В этой фитке тоже во время тренировки BCA массовый эффект такое питание используется. Слободан, а спроси у Гюнтера, пожалуйста, объем. Я очень. Я сказал, what is your... I would say probably right now 21. They used to be 23.5 and in shape. Двадцать два инча, но я не знаю, надо на 3, наверное. На 2.50 сантиметра. It's almost like what 57-58 centimeters. It all depends. Actually, the left arm was always a little bit bigger than the right arm. They always say you're a little, you're bad. Your structure is never perfectly balanced, so there's always one body part taking a little bit over. Oh, да, она какая бицуха. Бицепс, да. Your bicep is how big is?